еще есть? А? Вот так? Вот так? Мы готовы. Thank you.
Так, мы продолжаем работу пресс-центра. У нас сейчас в гостях министр внутренних дел Республики Абхазия Ашба Гари Анатольевич. Он нам расскажет о проведении общественной безопасности при проведении повторного голосования по выборам президента Республики Абхазия. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые граждане Республики. Добрый день, уважаемые журналисты и гости нашей Республики. По плану мероприятий по обеспечению общественного порядка в период проведения второго тура выборов президента Республики Абхазия в 35 округах и 152 избирательных участков задействовано 700 сотрудников органов внутренних дел по обеспечению охраны общественного порядка и безопасности граждан. Руководящий и командный состав личного состава с 7 сентября сего года был переведен на усиленный вариант несения службы. В районах и приближенных участках увеличена была плотность патрульных нарядов за счет привлечения дополнительных сил центрального аппарата. Главными задачами личного состава на сегодняшний день, задействованных на избирательных участках, это оказание помощи избирательным комиссиям и соблюдение гражданами установленных на выборах правил, недопущение правил общественного порядка на избирательных участках. Общее руководство за обеспечением общественного порядка на территориальных органах обеспечивают руководители, ответственные кураторы на участках. На сегодняшний день, в этот час, никаких правонарушений общественного порядка на территории республики не зарегистрировано, а также уголовного характера происшествия не выявлено. Спасибо большое. Есть вопросы? Все, спасибо большое. А, пожалуйста. Представьтесь, пожалуйста. Корреспондент РИА Новости Светлана Орлик. Скажите, пожалуйста, вы ждете каких-либо провокаций или митингов? Возможно ли беспорядки? Ну, Министерство внутренних дел в любом случае готово по пресечению любых провокации, если таковые будут возникать в процессе проведения данных мероприятий. Спасибо. Так, ожидается, что все пройдет тихо, мирно, спокойно. Так, пожалуйста, Мария. Марина Кодова, Абаза ТВ. Скажите, порядок голосования тех, кто сегодня охраняет правопорядок, определен, как они голосуют и где они голосуют? Сотрудники органов внутренних дел голосуют на своих участках, где они все зарегистрированы и прописаны. На сегодняшний день имеется взаимозаменяемость сотрудников. Каждый сотрудник будет обеспечен, чтобы он смог проголосовать на своем участке. Спасибо. Больше вопросов нет? Все, спасибо, Гарри Анатольевич. Ждем вас в 9 часов вечера. Всего доброго. Спасибо всем.